жінки. Добро пожаловать на прем'єр. Наші молоді артисти довго готувалися. Пісні терпіння ждуть вашого живого участі. Хлопать, топать і громко сміятися категорично розрішається. Мої помощники допоможуть вам підкріпитися в антракті в нашому буфеті, а всі зібрані гроші підуть на підтримку нашого достойного виступлення на фестивалі у Вашингтоні. Ми дуже просимо вас отключити мобільні телефони у дітей і взрослих. Прямо зараз. Фотографувати спектакль розрішено, але тільки без свічки. Приємно вам просмотр. Дождіться! Я буду там в офісі!
наконец-то я в Пруссии! Здравствуй, Родина! Википедия! Ну вот она, красота! Класс! Это же мой Швайнш-Браунчик или твой Гранде! Как на картинке! Какое все новое! После ремонта, да? Ну да какой ремонт! Только что построили! В прошлом 1760 году сдали! Подожди! Почему ты за мной вязался? Ну и что я буду делать? Все мне планы испортил! Мышку отдайте, я домой пойду! Мышку? Эту? Она? Нет! То есть, не знаю, была нормальная, зверь какой-то! Ну берите, пожалуйста! Нет! Юноша, берете? Нет! Укуси меня, лягушка! Мне некогда, мне же король Фридрих! Сам Фридрих? Постойте, где же мы? Увязался на мою голову! Мы в Пруссии! Сейчас 1761 год! Как зовут тебя, а? Ну, зависит от где. В Инстаграме и Фейсбуке по-разному, но я предпочитаю Ник. Ник! Хорошее имя! Короткое! Идем! Домой, да? Дом! Это где нас ждут! А сейчас нас ждет король! Быстрее! Прикрывайте. Цельтесь и... Ну, будет вам! Это же просто поговорка старая про искры.
истории вы подстрелили утку через дымоход. Да. Не хотите ли меня побаловать? Ваше Величество, не хочу вас огорчать, но уже через дымоход никто в уток не стреляет. Когда я начал, все начали. Всех уток распугали. Ну что же делать? Неужели я опять без ужина пойду спать? Ваше Величество, ложитесь на меня. Вы же знаете, что у меня самая сильная на свете рука и самая удобная на свете треуголка. Ну да, пусть я знаю. Но откуда возьмется ужин? Ну так слушайте, Ваше Величество. Я беру свою треуголку. Никогда себе не буду. Ладно. Я ее кидаю влево, а она влетит. А мимо пролетает утка, видит удобное место свести гнездо, садит туда. А треуголка пока падает обратно вниз, она вместе летит. Но это же невозможно! По меньшей мере по трем причинам. Во-первых, ну... Ник, пожалуйста, не надо. Ты хочешь ужин или нет? Хочу. Ну тогда, пожалуйста, пойди, встань туда и командуй, когда утки летят. Что там видно? Thank you.
его. Правителя столицу не отпустим, а то заложнику конец. Зачем вам в столицу? Вам что, в лесу плохо? Там же все богатство. Для этого бедного всадника с этим металлолом сколько выручил. Что же делать? Я могу же Никон так отдать. Придется идти на хитрость. Ну, вижу, другого выхода нет. Идем. Ваше Величество, беда. Ну что я?
И что? В городе паника. Наводнение. Мэнхаузен, вот и покажите мне в своем ответе все. Не извольте беспокоиться, Ваше Величество. Я видел. Ну что там видно? Хочу! А можно? Не бойся,
свое покровительство и защиту. Вперед! Нас ждут великие дела и новые приключения. Пошли! Аюдас, Верч или маленькое цунами? Какое еще цунами? Человек же, но очень быстро. Он вроде по кругу пошел, а сейчас опять трудно. Сегодня, стой на дороге и по моей команде будешь ждуть. Готов? Угу. Готов. Хорошо. Да. Дуй! Почему? А вот, теперь он пришел. Дуй! Откуда ты бежишь? И почему у тебя на ногах гири? Это старый стой. Я буду скороходу пустить и проделывать. Иди, пожалуйста. Марш во Францию. Мы воевали против англичан и потеряли под 20 000 солдат. Они и мы. Маршал послал меня англичан на смерть. Ну, смерть послал меня. А там такая битва. Я так торопился, что выбежал поздно 19 сентября, выбежал утром 18 сентября. Англичане подписали мирный договор, и сражение вообще не состоялось. Ну и прекрасно. 20 000 солдат не успели убить друг друга. Маршал очень рассердился. Видите, все радуются, а он сердится. И он... приказал заковать в небо кили на каждую ногу. Но я все равно спешал. Ну а за что же тебя арестовали? 20 000 жен увидит своих мужей, а дети отцу. Ну как же? Марш не стал первым мэром Франции, не получил орден и не вошел в учебники по истории для 6 класса. Какая несправедливость! Убьешь одного человека, и ты походишь в тюрьму. А убьешь 20 000, и ты герой. Тебя поставят в памятник и будут говорить своим детям. Берите с него пример. Он был великий полководец. Но сейчас не время философствовать. Хочешь ко мне на службу? Больно, да? Я даже был гарантный человек. Так что, я готов. Давай снимем с тебя гири. Ну, пожалуйста, не надо. Они мне мешают. Когда я буду чуть-чуть медленнее. Тогда вперед! Стамбул! Подождите меня, я еще кубик забираю! О, благодарю вас, дорогой султан. Я вам расскажу о их приключениях
о котором со мной случилось в Петербурге. История про шубу, которую укусила вечная собака, и шуба потом взвесилась в шкафу? Знаю. Навеяно. А мы пока пообедаем. Вы прекрасно осведомлены, дорогой султан. Тогда я вам расскажу, как чуть не утону в болоте. Барон, дорогой, вы думаете, мы не знаем, как мы вытащили себя за волосы? Вы думаете, мы живем далеко от цивилизации? Что-то вы не в духе. Давайте я укажу вас самым восхитительным кофе на свете. Надеюсь, вы можете помочь вам рассказать истории. Я хочу. Позвать моего нового министра. Визибали. О, наисветлейшие и наимудрущие. Самоговоритесь парить на той чашечке вашего вкуснейшего. Вы уже пили три чашки сегодня. Вам будет плохо. Вы уже видите, ко мне дорогой гость приехал. Ну ладно, тварю. У нас такое замечательное. Было быстро. Говоришь, унеси меня, Аист. Ну, оставайся, если тебе так нравится.
Да и как вы мне поможете? Но осталось всего 5 минут. Скоро султан вернется. Хан, 5 минут. Нет, сюда. Ляг на землю и слушай, пишите скороход. Да. Вы чё, барон, я и телефонный звонок я не слышал. Ляг на землю, делай, что тебе говорят. Ладно, чё вы всё ругаетесь, я попробую. Что слышишь? Слышу, как султан ругается с палачом, но к цене договорится. Я ещё раз послушаю. Барон, слышу, честное слово, слышу, шагов нет. Весь храм. Залезай на дерево. Что видишь? Это моя. А, вижу. Держит скороход, подумал около богатой спит, а я с ним кофейник. Стреляй! Только не попади в скорохода, а то мне конец. Ты что, барон, я же стрелять не умею. Делай, что тебе говорят. Нацелись. Верхушку дерева. Желудь посыпется и разбудит скорохода. Что? Проснулся! Бежи! Ну, слава. Этот добрый человек предложил мне свои услуги, и я не мог ему ответить. Ну и что он от этой указы? Прошло уже 59 минут. Страшно плакать. Но ведь еще одна минута. Барон, я люблю точность. Ровно в 4 часа и секунду позже. Твоя голова? Отметите на тачку. А палачи все выгодят. Из этого положения вам никак не выгрызется. Ты меня снянешь. Вы думаете? О, да. Тогда отрав. А как же?
Дорогой и остроумничий барон, не могу забыть вашу услугу. Это лестно. Ну, положим это чересчур. Но приятно. Ну что, вот оно что, наконец-то, настоящее дело! Ник, скоро, помогите кулачу загрузить мой бык. Да, смотрите, смотрите, на эту руку ходить не на золото, да? Этот туман далеко, а в этот бриллиант. Барон, мне все стало скучно, я решила поехать с вами. Ну, я вас не могу остановить. Thank you.
сказала, что луна теперь сильно потускнела, а в зеркало луны на земле не растет кофе. Поэтому у всех кофе закончился. Ты удивительно, луна. Да, здесь самое что-то было. Ача! Здорово. Спасибо. Когда я приуняюсь на ядре, я тут целой толпой. О, я тут знаменит. Странно, что с тех пор еще никого нет. Thank you.
Мы совсем забыли. Да, мы совсем забыли. Ну что вы еще забыли-то? Ну мы совсем забыли, как нужно пыль стирать. Много дней прошло с тех пор, как улетел на Марс самый последний старейшина. И вы, мы не знаем, как это делать. Вот проблема. Я сейчас вам покажу. Швабры есть? Есть. Мы не знаем, что с ними делать. Иногда со стуки кидали их на землю. Да, вот это было весело. Люди думали, что это ведьмы летают. Ah, my shovel!
мне тоже нравится. Слушай, ну, а что я тебе должна? Знаешь, творение будто на портрет, а? Да смотри уж, какое подварить тебе? Только твои любимые запеки, по-моему, что-то хочешь, что-то мрозит. А, да это ничего, у меня тут свой. Попробуй, прожарим на комете. На какой комете? Ты, кажется, совсем переработал. А, ну да, мне же компьютер надо, это мой.